каштаны зацвели. Красота. У меня в детстве не было пацанской комнаты с плакатами машин, поэтому мои автопредпочтения формировались как-то по-другому. Ну и вот когда в Минске еще не было такого большого количества ТЦ, ТРЦ, МФЦ, или вообще их не было, даже не было вот того моста, а были только универмаги и торговые дома, мы с родителями частенько бывали. Вот, например, торговый дом на Немиге. Нужно было запарковаться вот где-то там, на Комсомольской. Она еще не была пешеходной, перейти вот по этому вот пешеходному переходу улочку. Ну или если особо удачный, то вот здесь вот под этим навесом можно было встать. И вот мы, значит, из магазина выходим. Идем к парковочке. Здесь, кстати, раньше говорили, самый грязный воздух в Минске. Потому что он здесь застаивается. И вот тут вот где-то, около этой лестницы, как сейчас помню, мне кажется, стоит она. Вся в этих обалденных треугольниках. Красный салон, она сама черная. Такой вот мощный туннель выдается посередине. И папа мне тогда говорит, а у нас была Mazda 626, 1.8. Он говорит, знаешь, какой у нее объем? 1.3. Но при этом она спортивная и мощная, и все такое. Я говорю, как это возможно вообще? Он говорит, а это потому, что у нее роторный двигатель. И я так, да, мне это запало. Конечно, я сразу влюбился в ее внешний вид. Может быть, сейчас это уже не так впечатляет, как когда я был 10-летним, 15-летним. Но мне кажется, здесь вообще многие вещи сделали по канонам. То есть вот передняя и задняя часть, пропорции между ними, они такие идеальные, купешные. Везде эти треугольники на капоте, в сидении. Они, ну, явно наслаждались тем, что они делали. Даже они решили, что этого недостаточно. И вот здесь вот сделали еще один. На удивление, ее салон подкупил меня больше всего. Здесь у нас сиденье под ковши. Так, довольно существенная боковая поддержка. Классная короткоходная кулиса. Она прям провоцирует на то, чтобы переключаться пониже и попозже. Здесь у нас основной прибор, это тахометр, как мы видим. А показания скорости только цифровое, что намекает нам на то, что это что-то невиданное прежде. Это уже потом я узнал, что на стандартных оборотах этот роторный двигатель едет как обычный поршневой 1.3. Но если докрутить его до 9500 оборотов, то, в принципе, да. Ну что, стартуем на зеленый? Хорошо. Так, надо отключить стабилизацию, иначе это вообще все никуда не поедет. Ну что, 250 лошадей против 240. При этом масса бегемота раза в два больше. Ну, не в два, но
2 тонны против тонна 300. Так, все, посерьезней. Это не шутки. Ну понятно, понятно, это уже все не считается. Ну так вот, есть еще порох в пороховницах. Но основной ее смысл не в этом. Основной ее смысл проявляется вот тут, вот в повороте. Если вам нужно повернуть, то вы просто поворачиваете руль, и все. Никаких кренов, никаких сносов. Она цепляется за дорогу до последнего. Ну, если этого последнего вам кажется недостаточно, то будет снос задней оси внутрь поворота, что, кстати, не самый плохой вариант. У меня это все равно оставалось что-то из разряда «когда вырасту». И я благодарен именно этой машине, именно этому экземпляру, что она смогла дать пинка этому «когда вырасту». И для меня эта история в том, что надо чуть больше слушать себя, чуть меньше слушать других. Потому что когда я даже стал искать развлекательную машину, я смотрел на всякие BMW, тройки, типа более ходовая, более ликвидная. Хотя она у меня ничего не вызывала. Вот. И не откладывать то, чего вы давно хотели. Потому что с этим отлично справляются и другие вещи, типа войны, коронавируса, болезней близких.